Итак, мы разожгли огонь и сейчас будем коптить сальцо в коптилке. Итак, берем щепу ольховую для копчения. Применяется для горячего, холодного копчения мяса, рыбы, овощей, придает продукту приятный вкус, характерный аромат, золотистый цвет. Так вот, насыпаем нашу копилочку. Вот так. Сильно много не надо. Вот. Нашу коптилку ставим на огонь. Вот. Сало прикоптить нормально. Чтобы коптилка хорошо прогрелась. Ну и когда щепки начинают давать дым, мы прикрываем крышкой. И ждем результат. Итак, после из-под крышки начал пробиваться дымочек. Сало коптится. Долго мы не будем коптить его, слегка так. То есть щепки уже начали давать дым ольховый. И вот минут через 15 мы открываем крышку. Так, вот она у нас коптится здесь для контроля. Так, еще покоптим. Every time we try something new. We got back to the old habits that we knew. Another hour, another question. And you know, you already have the answer. We both know that every time we try something new. We got back to the old habits that we knew. You know you did me wrong. Just one more cup of coffee before I go. I know I better stop and cut the show. I'll leave you all the memories and go. I'ma go. You know you did me wrong. Just one more cup of coffee before I go. I know I better stop and cut the show. I'll leave you all the memories and go. I'ma go. Now don't even try to put me. Друзья, наше сало такое красивенькое приготовилось. Сейчас мы его будем пробовать на вкус.